Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь, добро пожаловать в Мейс. Я надеюсь, что сегодня у нас будет одна из, наверное, последних серий. Я надеюсь, что она все-таки будет последняя, не знаю, когда же он уже закончится. Мы с вами в каком-то непонятном помещении оказались, здесь звукозаписывающая студия, сколько вы помните. Так, время для кофе, где-то должна приехать к нам тележка. Тележечка едет сюда, прекрасно, Да-да, привет. Нам нужно что-то сделать здесь. В прошлый раз мы не совсем могли понять, что нам нужно сделать здесь. Так, уберись. Сюда мы пройти не можем. У меня есть почему-то подставка для гитары. Наверное, она должна где-то использоваться. Да, здесь вот так вот хитро придумали, конечно же. Пойдем посмотрим в студию звукозаписи, зайдем. Может быть, что-то там есть интересное, полезное. Это штучка для кофе. Мы туда можем что-то вроде как положить. Но пока что ничего вроде. Она, может быть, должна была нам кофе привезти, но кофе здесь уже никто давным-давно для нас не делает. Так что ждать особо халявы не приходится, да и рассчитывать на нее тоже не надо. Зачем? Да, у нас тут есть здесь проход. Нам нужна, соответственно, для этого какая-то круглая штука. Может быть, ключ какой-то, какая-то пила, может быть, не знаю, какой-то диск. Пока что я им... не располагаю. У меня есть маффин. Здесь нам тоже, кстати, нужен. Или какой-то ключ. Пока что ничего подобного у меня нет. Давайте сходим в студию звукозаписи. Посмотрим, что там, может быть, находится интересно. Вот так, что это здесь по табличке. По-моему, все мы это уже видели. Здесь мы тоже, кстати, были в этой лаборатории. Ничего полезного не нашли, как нам показалось. Но есть смысл проверить еще раз. Так, вроде ничего. Единственное, что здесь есть какая-то штука для... центрифуга. Центрифуга для того, чтобы что-то делать. Может быть, маффин нужно туда положить, в центрифугу. Раскрошить его, раскрутить, нет? Да, и наши камушки тоже туда, кстати, не подходят. Я думаю, что здесь нужно применить разум и понять, каким же образом что-то мы можем здесь использовать. Наверху вроде тоже ничего. Ладно, по-моему, здесь мы видели все. Нам действительно нужен... может быть, какой-то препарат, который мы можем положить в центрифугу. Вот, смотри, у нас есть та же... Time for coffee. Смотри, кнопка еще раз. И тележка должна, видимо, приехать куда-то сюда. Или откуда? Может быть, из вентиляции должно прилететь нам кофе? Мы были здесь в этой вентиляции. Где мой чертов кофе? Нажмем еще раз. А, мы уже нажали. Ага, вот тележка приехала. Значит, с этим что-то связано. Что вроде как эта тележка может в разных положениях здесь находиться. Она может стоять там, может стоять здесь. А потом, куда она уходит? Может быть, ее нужно провести дальше? Здесь нужно пройти, но не... здесь других кнопок. Вот, смотри, кнопка есть. Security check. А он не работает, не работает. Потому что нам нужно, опять же, лицо чьё-то. В студии звукозаписи я нашел сканер отпечатков пальцев. Но у нас тоже, опять же, нет никаких отпечатков пальцев. Смотри, вот среди нас... точнее, не среди нас, а вот среди этих камней мы видим, что у нас есть какая-то пробирочка. Но как нам отделить? Потому что пробирочка явно должна идти в центрифугу, насколько я понимаю. Но нет, смотри, вот не получается положить. Отделить тоже я не могу. Ну и гитарный стенд сюда запихать, это, конечно, будет зверством. Здесь опять же ничего. Ладно, мы, в общем-то, все здесь осмотрели. Пойдем в студию звукозаписи, посмотрим, что там. Здесь еще ничего. Так, катушечка, монтировочка. Вот, студия звукозаписи. Мы должны как-то в нее проникнуть. Как-то нужно пройти. Здесь вот есть проход. Окей. Так, смотрим, что у нас здесь. Смотри-ка. Sheet of lyrics. Ага. То есть, это слова, значит говоря. Это была камера, в которой, видимо, записывается вокал. Здесь у нас записывается уже непосредственно сама партия. Мы взяли барабан. Прекрасно. Мы взяли пиано. Так, что в пиано covered... With fingerprints, ага. Это написано, что это фортепиано, это синтезатор, клавиши покрыты. Они покрыты отпечатками пальцев. Значит, нам нужно просто лишь снять отпечаток пальцев с помощью какой-нибудь липкой ленты. Потому что там вот, где у нас пульт управления, я видел, что один из сканеров отпечатков пальцев, он заклеен клейкой лентой, на которой есть этот самый отпечаток. Видите? Вот здесь. То есть таким образом, просто его туда приделав, мы можем... мы можем взять ленту, мы можем положить ее на это фортепиано и после этого наклеить эту всю хрень с отпечатком пальца прямо туда, на этот сканер. Но для этого нам нужно сначала найти
Клейку ленту, которой здесь пока что я не вижу. У нас есть барабан, мы взяли его, но зачем? Это непонятно. Давайте вспоминать, где мы что мы видели. В центрифугу засунуть барабан. Это, конечно, будет очень странно. Что-то у нас было еще. А, может быть, круглую штуку мы можем вставить вот сюда, смотри-ка. У нас же здесь как раз слот был для круглого ключа. Хотя барабан слишком большой для этого. Угу. А вообще я подумал, что эта тележка едет прямо сюда. То есть и здесь как раз проводится сканирование лица. То есть, может быть, нам на тележку нужно сделать что-то типа манекена с лицом. И тогда мы сможем пройти проверку. Ну, конечно же, нам же, естественно, нужна какая-то изолента. Или капластырь, или какой-то скотч. Вот он здесь как раз был на доске. Блин, как я мог его не заметить? Ну, как не мог? Конечно, он маленький. Его хрен так различишь. Видимо, нам нужно сейчас снять отпечаток пальцев. Мы сейчас быстренько это сделаем. Так, снимаем. Отлично. Вот он у нас есть. Теперь нам нужно поставить его сюда. Я не знаю, чем они здесь занимались, но они явно пытались записать какой-то хит. На кнопочку нажимай, все прекрасно. Pressing hot single in you. Сиди, подожди, он что, выпустил новый диск, что ли? О, отлично, мы взяли новый диск, прекрасно. Этот новый диск, я думаю, идеальным образом подойдет к нам, к той двери, которая была у нас здесь. Может подойдет, а может быть и не подойдет, смотри-ка. Есть, все совершенно секретно, ёж твою мать. Опять вы, что ли? Что, слушаете, музончик, да? Что они делают здесь? Они выращивают, видимо, новую кукурузу какую-то, not sentient, sentient. Ага, кукуруза, что сейчас, знаешь, что у нас такое? Item can be placed here, какое-то яйцо нам сюда нужно положить. Так, ладно, пошли искать, что у нас здесь такое. Какая-то камера, так, смотри-ка, что это? Шляпа, вот, Фаберже, бери его. Взяли, а это шляпа. Шляпу тоже взяли. Крутая шляпа. Что нам нужно сделать? Слот для монеты написано здесь. Гарбич, гарбич, Гарри, сплошной. Нам сюда нужно положить яйцо. Да, отлично. Что и зачем дальше? Вы положили яйцо. А, нам нужно будет сейчас сделать лицо. Правильно, блин. Со шляпой. Все, прекрасно. И, наверное, вот с этими штуками. О, смотри, как зубы. Отлично. Нам нужно было ведь сделать макет, чтобы система лицевого распознания, или как ее там еще называют, чтобы она распознала этого нашего жердяя. В общем-то, так вот он и выглядит. Давайте сходим наверх, посмотрим, что здесь у нас есть. А здесь у нас нифига нету. Ну, слушай, прикольная установочка здесь, я смотрю. Очень так даже футуристично, я бы сказал. А что они делают, интересно? Они как-то, может быть, эту кукурузу оживляют здесь именно. Не знаю, не знаю, не знаю. Давайте посмотрим, что мы еще здесь есть, чтобы нам вдруг это не пропустить, потому что потом мы будем бегать долго и упорно. Ладно, ладно, ладно. В общем-то, вроде как можно выходить. Вот она, смотри, кстати, кнопочка, чтобы у нас кофейная тележка подъехала сюда. Ты едешь? О, едет, отлично. Значит, нам что нужно сделать? Нам, видимо, нужно сейчас поместить стенд для гитары. Это будет типа тело. Нет, не идет. Сначала барабан. Вот так поместили, потом стенд для гитары. Вот сюда. И наверх, естественно, уже прекрасное лицо. Ну-ка. Сработает, не сработает. Сканирую, сканирую. По-моему, идеальным образом похоже. Ну, ты смотри, а. Просто один в один. Что, открывай уже. Да пойдет. Все верно. Давай. Ты будешь открываться, нет? Не хочет открываться. Ты что, издеваешься на мной? Или, может быть, открылась какая-то другая дверь. Пошли, сходим, посмотрим. Может быть, здесь темная дверь была? Нет, она закрыта. Здесь у нас тоже ничего. Монетки у нас нет, чтобы воспользоваться автоматом. Пошли, сходим. У нас еще была одна дверь здесь с ключом. Где-то далеко. Так, нет, здесь не получается. Все, у нас остался маффин один. Один наш любимый маффин. А. Может быть, нажать на кнопочку еще раз? Кнопочка уже не нажимается. Что у нас здесь? Ты открываешься, нет? Cell control. Что-то какие-то контроль клеток. Давай почитаем, что здесь написано. Так, так, так. Что-то... Я видел ее, говорящую с изолированными субъектами снова. Видимо, там принцесса это живет. Королева наша, кукуруза. Царица полей, кукуруза. Кто узнал, откуда это? Пишите в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких. Может быть, нам нужно рычажок на это нажать? Смотри, а эти кукурузины-то убежали куда-то все. Может быть, они в камере сидят? Блин, нужна монета. Где взять монету? Владик, у тебя есть монета? Мне кажется, нифига у него нет. Он же бомжара. Несчастный. Кукурузины явно свалили. Ничего не... О, смотри-ка, документ какой-то. Ладно. Документы мы с вами уже запарились читать.
Так, этот бластер ничего не даст. О, смотри, какая-то руки, рука. О, да они пугало здесь делали, что ли? Это интересно. Смотрим, смотрим, смотрим. Все. Я не знаю, честно говоря, что им еще нужно. Как-то вот все не работает здесь больше. Дверь не открывается. Что-то мы и забыли сделать. Или нужно делать что-то другое. Так, здесь у нас, естественно, брызги, искры. Побежали дальше, посмотрим. Что нам терять? Может быть, где-то здесь что-то изменилось. Так, центрифуга. В центрифуга у нас по-прежнему не работает. Естественно, маффин, если мы возьмем. Маффин мы берем. Маффин мы возьмем. Маффин он не хочет перемалывать. Здесь все глухо. Очень даже глухо. А как насчет кнопки? Она у нас не работает уже. Все, потому что тележка приехала на свое место. Там, где она должна быть. Ну что, сходим в самое начало. Сомневаюсь, что там что-то изменилось, но все же. Может быть, здесь что-то не работает. Так, нет. Я думаю, что у вас у многих уже начала кружиться голова, но, в общем-то, это не страшно. Здесь все. Здесь мы сделали все, что могли. Окей. Кнопочка у нас не работает. Все, можешь спокойно совестью уходить отсюда. Здесь тоже у нас ничего. И здесь у нас ничего. Ну, в общем-то, с чувством выполненного долга можно обратно идти. Мне кажется, что-то должно быть здесь. По-моему, в этой ячейке что-то есть. Ну-ка, возьмем. Так, мы забрали фолио. Но фолио нам... Дайте куда-то учет, что это прилочек какой-то, смотри-ка. Inactive key card. Ага. Карта, неактивная карта. Ключ-карта. Может быть, нам нужно сходить туда. Помните, у нас там слот был какой-то для какого-то ключа. Может быть, туда вставиться. Хотя она выглядит очень маленькая, а тот слот... Был довольно-таки большой. Но выбора у нас немного, поэтому давайте-ка отправимся туда и посмотрим. Проверим, по крайней мере. Пока не проверим, мы не узнаем. Ну-ка. Блин. Это не то. Смотри-ка, нам нужно большой его сделать. Может быть, центрифугу его зафигачим? Что-нибудь там разгоним его, сделаем большим, растянем. Может быть, кстати, может это и сработает. Отлично. Так. Place an active key guard, centrifuge, half empty vial inside. Port half empty. Положить туда наполовину чего-то там. Половину чего-то там нужно положить. Ну что, маффина может быть. Закрыть надо. А, вот ее надо закрыть. Все, сейчас он ее, смотри, разгонит. Сейчас он ее растянет там. Ну вообще логично, наверное, да? Она огромная должна стать. Да-да, типа того. Так, побежали обратно. Это было у нас... Нет, не здесь. Это было у нас дальше, где-то вот здесь в проходе, да. Что у нас здесь? Давай, с работы уже. Ууу, прекрасно. Кабинет. Это что у нас такое? Ранка! Ранка, another jar of ранка. Еще одна... еще один бутылок ранки. Это у нас кофеин. Это кофе без кофеина. Куча расчетов, значит, здесь вот как раз они проводили все свои расчеты. Теоретическая работа здесь сошла. Что это... This is the one. Это вот она самая, написано здесь. Видимо, они нашли нужный сорт кукурузы. Или что-то типа того. Что у нас здесь? Так, фолио какую-то мы взяли. Что еще? Мы что-то можем здесь взять? Открыть ящички? Нет, ничего. С ранкой надо теперь что-то делать. Ранка, ранка. Куда мы ее, посмотрите, куда мы ее могли запихнуть сейчас? Может быть, нам нужно ее полить вот на ту кукурузу, которая в центре стоит? Ранка. Или что? Или куда? Или, может быть, вот сюда еще добавить нужно? А, вот, смотри. Кофе, точно. Мы же кофе поставили на кофе. Все, смотри, как ее заколотило. Что-то у нас здесь. Так, в фоле мы что-то еще добавили. Все, нормально. Ну что, придется тебе, Владик, опять ползти туда. Ну, конечно, опять. Владик опять лезет в какую-то темную дыру. Тупой идиот. Давай, Владик, не ворчи. Все нормально, мы с тобой команда. What is this? Что это такое за тупая штука? Well, говорит, все это место одна большая жопа, он сказал. Владик говорит, да ему нужно все опять делать самому, тупой ты мусор. Ну-ка, вылазь уже, а что там? What? Что? Что, все? Сработало? Все это место полная чушь собачья. Ой, по-моему... О, говорит, твое
твое растительное тупое лицо опять здесь? А что это за уродина может сделать со мной? Я тебя сейчас, ты слышишь, медвежатина! Уже, по-моему, они драться начали. Черт, ты чё кусаешься, говорит? Владик, давай закуси ему там. Уж мало не показалось. О, это очень грубо. Ой, какие уточки. Это все просто постанова. Да я знаю. Что? Скорее всего, его любимое место — это комната наказаний. Говорит, если ты что-то там мне не вернешь, то я тебя накажу. Да-да-да, конечно, вам нужно отправиться в комнату для наказаний. Что вы так смотрите? Че, нам не поспать ли? Да-да, хорошая идея. А после этого мы опять поспим. О, какая прекрасная идея. Офигеть, они куда-то убежали. Видимо, так. Well, Bloody needs your help. Probably you should get risk. Тебе нужно отправиться, чтобы спасти Владика. Ну, как я это сделаю? Давайте искать способ, потому что туда проникнуть я, конечно же, не смогу. Так, у нас здесь ящички, ящички. Здесь мы вроде как ничегошеньки взять не можем. У нас вроде открылась какая-то дверь. Дверь открылась, наверное, темная дверь здесь. Вот она открылась. Комната для наказаний. Нет, это не она. Это какая-то секретная штука. А, это комната... Это комната нашей королевы. Ты посмотри-ка, а. Какая жесть. И она здесь провела столько времени. Что-то для нас здесь в туалете у нее растут цветы. Ну, в общем-то, это очень по-женски. Это все? Это все, что мы можем здесь взять? Когда играешь в такие игры, в первую очередь ты смотришь, что ты можешь взять. Потом ты уже думаешь, что ты можешь с этим сделать. Все, ничего. Ничегошеньки здесь нету. Маффин? Че, хочешь с маффином поиграться? Ха. Видимо, какой-то журнал мы здесь взяли. Она, скорее всего, вышла. Я думаю, что раз ее открыли, значит, она, скорее всего, где-то уже шастает. Побежали-ка поищем ее. Что у нас здесь? У нас здесь, помните, да, нужна специальная монета. Но что делает эта капсула? Куда она нас отправляет? Я не знаю. Ну давай, где она? Скорее всего, может быть, в лаборатории сидит. Или здесь. Нам ее нужно найти. Не прячешься от меня? Миссис Кукуруза. Так, давай. Покажись уже. Не прячься от меня, я хороший парень. Я кукурузу не обижу. А вообще непонятно, парень я или женщина. И вообще, кто я? Большой вопрос. Потому что так ничего и нам не сказали про это. Может, она любит петь? Может, она пришла записать хит? Слушай, ее нету нигде. Куда она запропастилась? Ну, не могла же она выйти с уровня. Конечно, нет. Да, все это очень и очень странно. Здесь все завалено. Хм, давайте думать, что будем делать. Нам явно нужна монетка. Мне кажется, что она, если она и может где-то быть, то она, скорее всего, в комнате этой самой Фифы. Потому что никаких других локаций у нас не открывалось. Да, или здесь. Давайте-ка очень внимательно посмотрим. Потому что монетка может быть очень маленькой, и мы можем просто ее тупо пропустить. Вот, это же монетка? Блин, да господи, конечно же она была здесь. Как мы с самого начала не заметили? Я почему-то думал, что это просто маркер определенный. Ну все, отправляемся. Видимо, это куда-то... Что это? Sweet you back in the... Чего? Короче, мы куда-то отправляемся, друзья мои. Вперед навстречу приключениям! У-ху! Все, это пневмопочта, насколько я понял. Это пневмотруба. Ёж твою медь. Вот мы и внизу. Еще один бункер, еще одна какая-то жесть ждет нас. Ну что? О! Это что, бар? Твою мать! Что я делаю здесь? Добро пожаловать! На в твой ужасный кошмар! Что это за пляшущее пугало? Посмотри на своего домашнего питомца. Он попал в мою ловушку. Но мне так неплохо, говорит Владик. Нет, он страдал в одиночестве. Какого черта, пугало? Ну-ка, отвалить от меня. Так что ладно, давай, короче, мы тебя заждались уже. Добро пожаловать, брат. Ты пришел сюда?
I locked myself in a closet and couldn't get out. Я был пойман в каком-то... It's really not that bad here, brother. Aside from the non-stop dancing and spiral into insanity. Говорит, так, здесь там не так-то уж плохо, просто нам придется постоянно танцевать. If your feeble mind could comprehend such things, you might be thinking, why do these freaks keep calling me brother? Why, oh why? Он говорит, если ты не понимаешь, что тут такое происходит, и почему они тебя братцем называют? Stupid thing. Ты тупой, тупой придурок. But if you'll kindly stand still, так что давай-ка, стой себе спокойненько. Что это такое? Не понял, что за хрень? Что мне нужно делать? Подожди, я смотрю... Что? Yes. Я... Это зеркало yes. было? You are one of them. Ты один из них! Что? Я пугало! Я чертова пугало! Почему? Я думал, я человек. Заткнитесь, ты тупой! Придурок! Я так страдал здесь! Все надоело! Я должен быть лидером, дети, а не эта дура! Понятно вам всем! А? Что он говорит? Хорошая шутка, говорит, надо запомнить, что-то он сказал, какую-то хрень. Слушай, реально, мы с вами пугало. Я не мог это даже представить в страшном сне, что мы все-таки играем за какое-то бездушное существо. Они вообще живые, это же не люди переодетые, это же реально пугало. Я не согласна. Ой, она освобождена. Кто это такая? It completed its tasks. Все, мы закончили. Мы закончили свое задание, разве нет? Почему нам стоит остановиться танцевать? Все, мы достигли. Мы достигли цели, потому что это наш чемпион. Тишина! Еще раз я говорю. По-моему, твоя компетенция уже ушла в конец. Мы не верим тебе, мы не можем терпеть тебя. Давай-ка я тебе напомню о последствиях. Хочешь, что я напомню тебе о том, как ты облажался? Очень вольный перевод, друзья мои, практически просто так от Андрея перевожу. Мне, говорит, нравится эта комната. Then release it, угодно, только нет. And its companion. And get out of этот, our sight. Это пугало. Бери со своим компаньоном и вали отсюда. Да, ваше величество. Забирайте свою штуку. Пошел я нафиг. Присоединяйся к нам, чего-то там. О, чемпионат ушел. Мы что, можем уходить отсюда? Давай ты танцевать! Придурки! Это было очень тупо. If you... So you're scared, why not? Ты пугало, говорит огородная, почему бы и нет? Да вы что, издеваетесь, чуваки? Это просто реальное издевательство. Кто вы нафиг такие все, придурки? О, господи, я один из вас. Что, я такой же идиот? Офигеть! Ты посмотри на них. Ну что, нам придется уходить, значит. Давайте уйдем. Я и поэтому, в общем-то, и не видел себя. Не видел своих ног, рук. А что эти пугало делают, если кукуруза здесь живая? Если исследователи куда-то делись. Что делает кукуруза? Ой, делает пугало. Говорит, поднимайся на поверхность. Что, мне нужно идти, просто ходить по полям и пугать ворон? Чтоб они не сожрали кукурузу? Это все мое предназначение, вы издеваетесь, что ли? Я был создан для большего. What? Что? Bloody supposed to know you did not know you were some stupid straw thing. Ты что, сам не знал? Я тут при чем, что ты ничего не знал про себя? Да, ты всегда тупой идиот был. Ничего не изменилось. Не смотри на Влади так. Ты выглядишь тупо. Мы все еще напарники? Хорошо. Я рад, что мы поболтали. Давай. Давай пойдем, что это тупое, тупое растение хотело от нас. Кобздец, ребята. Вот такого я точно не ожидал. И куда мы отправляемся? Куда мы... Охренеть, ничего себе, у нее здесь дворец.
Мы были правы, что мы поверили тебе. Говорит, преклони колени перед нами. I dub thee our knight. Well done. Our protector. Хорошо, молодец, ты наш... Ты наш чемпион, наш защитник. Subjects, типа, let us make our final preparations. Давайте подготовим последние наши приготовления. Что ты имеешь в виду? Мы заказали пиццу! Как вы заказали? Да вот там, смотри. Чё за хрень происходит? Внимание, внимание! Внимание, внимание, ответьте! Надо ответить. Надо... Никакого ответа, сэр. Чё он говорит? Чё они нам орут? Тупые американские ковбои. А я не понял, что произошло. Influence has waned through our age of imprisonment. Чё-то... Our subjects never acted so when we were free to guide them. Господи, у него английский сложный. Для меня, по крайней мере. And come it has. Our day of reckoning. The day our captors would return to end us. Такое ощущение, что говорили какие-то вояки, которые говорят, что типа нет никакого ответа, давайте все уничтожим, да, мне так показалось. Мы, говорит, мы были так близки, чтобы начать наше путешествие. Так почему не взорвать этих тупых американцев первыми? А что ты предлагаешь? Не, я не говорил, вот этого мужика спроси. Влади знает эту штуку, это сработает. Да. Yes, да, could. Это может сработать. У нас единственный шанс. Давайте пожертвуем своими жизнями и накажем наших захватчиков. Как мы можем привлечь внимание этих врагов? Мы можем танцевать. Не, я понимаю, конечно, тупые идеи бывают в вашу голову, залетают, но не настолько же. А что, Влади что, любит танцевать? Это что, тупо? Dance we shall. Давайте будем танцевать. Спасибо тебе. Bloody thinks idiot plans not so bad, and he does not like being pushed around by stupid American cowboys. И говорит, мне тупые американские ковбои вообще не нравятся, поэтому план Влади должен сработать. Never gave us a ride. Я тебя люблю, говорит. Я тебя люблю. To our most сосредоточьтесь. Мы просим вас помочь нашему чемпиону. А мы должны пойти и готовиться к полету, к путешествию. Так что вам нужно пойти. Говорит, принеся в жертву нас или кого-то там, мы провозгласим эру кукурузиной сладкой. Subjects, onward. А ну, субъекты, все быстро на борт. Чемпион, теперь все от тебя зависит. Это вот для чего ты был создан, для того, чтобы защищать нас и спасти нас. Отличная речь. То есть я пугало, я должен их защищать. Сейчас вояки хотят их уничтожить. Или кто-то хочет их уничтожить. Давай, идиот. Не будь тупым. Нам нужно пойти и сделать кое-что. И теперь наша задача идти. Logic is the events hangs in the shadow down thread, but you don't dance. Надо идти, короче, танцевать. Это что, я взял пульт какое-то управление, непонятно. Что это за мафон, берем. Давайте посмотрим, что мы еще здесь должны взять. Что это прогресс чарт, видимо... таблица прогресса. Непонятно, непонятно. Вот пугало зашло в лабиринт, в дом не попал. Ах ты, блин, полностью весь сюжет, смотри. Полностью весь сюжет. Пугало пошло в лабиринт, потом пошло в дом, попало в бункер, спустилось. Потом что, сбито с толку было, потом опять пошло. Вот она, блин. То есть полностью как будто был разработан какой-то план прямо. План моего пребывания здесь. Это просто жесть. Что, камушек берем? Давай возьмем. Возьмем, у нас много камней.
Владик говорит, похоже, что ему кажется, что ты выглядишь очень тупо, идиот. Владик, хватит обзываться. Я хоть и пугало, но у меня же должно быть сердце. Точнее, нет, пугало из волшебника изумрудного города. У него он хотел, чтобы у него были мозги. Так, сейчас мы сделаем. Мафончик поместили сюда, отлично. Сейчас будет наша самая крутая дэнс-пати из всех существующих. Это что у нас такое? Ага, вот как раз. Мы должны просто врубить им музыку. Давай, идиот тупой. Надо закончить нужное. Будьте готовы. Так, что мы делаем-то? Танцуй! Так. А что делать-то? А, вот как они проходят. Понятно. Вау, ребята! Вау! Супер! Мэджикал! Вау! Пропустил! Вы наверняка можете наблюдать, как он танцует, а я не могу это смотреть. Эй, что за хрень-то происходит? Уху! Yeah! Давай! Наслаждайтесь, чуваки! Давай, танцуй, идиот! Капец! Уху! Ей, давай, пугало, покажи, на что способны. Так а что толку он танцует, если они просто транслируют музыку им? Давай больше танцуй, сволочь! Мне это нравится! Давай, теперь у нас кукурузины танцуют. Воу, пропустил, нифига себе! Что-то быстро полетело у нас все. Так, пошло дело. Пропустил. Сколько там очков надо набрать? А, самолеты летят, чтобы совершить удар. Нифига себе, смотрите, футуристический этот самолет. Это не наше время какое-то. Работает! Давай, продолжай! А, видимо, они хотят привлечь их внимание, чтобы будут танцевать здесь, и тогда самолеты будут по ним стрелять. Или, может быть, они увидят, что здесь кто-то живой есть, и поэтому они не будут атаковать. Не знаю, в чем их план. Но мы должны четко попадать. Вот, значит, как я выгляжу. Эй, сэр! Слушай, нам у нас нужно изменение курса. Сложно, говорит, объяснить, что там происходит. Там какая-то кукуруза танцует, говорит. И пугало тоже танцует. И маленький медведь тоже танцует. Да не может этого быть! Никто не может танцевать! Ну да быстро всех взорвать чертям собачьим. Давай, продолжай, тупой идиот! Сейчас я им сделаю. Давай, тверкаем. Ей, так. Пум-пум. Сюда. Слушай, они должны меня увидеть. Все, по-моему, они сменили курс. Я надеюсь. Или они заходят на удар. Это что, придурки, тебя испугали, что ли? Погоди, надо использовать эту хреновую штуку. Слушай, сейчас мы электромагнитный импульс дадим, они все взорвутся нахрен. Все самолеты упадут. Упадут и будут танцевать вместе с нами. Давай, идите сюда, придурки, ковбои. Да какая разница, просто танцуй, чувак! Танцуем! Воу-воу-воу, ай, они притягиваются сюда, ну-ка, взрывай их нахрен. Мы что, их убили, что ли, получается? Уже они слишком лишь жестоко для пугала. Капец, я просто уничтожил этих людей. Или они остались живы? Так, ну у них продолжается тусовка, я смотрю. Че, весело вам? Че, пацаны, все нормально? Так, где у нас Владик? Владик, ты где? Жди, он же был здесь где-то. Ладно, пошли дальше. Просто пошли дальше. Мне кажется, что вот эта штука... Чё такое? О, Владик! Ни хрена себе, его покоцало! А-а-а, нет! Прекрасно! Идиот. Это идиот! Ты сделал все как надо! Так что я думаю, что ты не такой... Идиот. Капец, мы его потеряли. Really was a nice little helicopter. Он реально был очень прикольным парнем. Эй. Really was. Он правда был хорошим.
Did you want to take a nap? Oh, хотите поспать? О, да, конечно, побежали. Побежали быстро. Этот Мишка наверняка хотел, чтобы мы побежали поспали. О, дружище, спасибо тебе большое, конечно, за то, что ты нам помогал. Реально, без тебя было очень бы тяжело и скучно. Ну ладно, надо идти дальше. Владик Владиком, а предназначение пугало... Это предназначение. Мы, конечно, никогда даже не думали в мечтах, что этот день наступит. И вот мы здесь. Спасибо тебе. Ты чемпион наших людей. Это ночь твоя. Ёлка, новогодняя это наша кукурузная. Теперь нужно бежать. Вы что, не смогли их там уничтожить? Его не смогли. Так, ладно, давай, вторую волну посылаем. Чёрт. Они летят, по-моему, сюда. Вы должны сдохнуть! Ни хрена себе, последний у нас остался. Последний оставался самолет. И этот хмырь говорит, ему помог. Ты... Как ты смог сражаться? А, он теперь его захватил, он пытается ее уничтожить, что ли? Блин, я думал, он наоборот нам помогает. Я с тобой разберусь! Ты несчастный! Ошибка эксперимента! Всем вам конец! Никуда вы не денетесь! Тупые придурки все! А ты, пугало проклятое, я тебе сейчас занесу ядро! Этой клюкой, потому что ты тут все испортил! Пошел нафиг отсюда, кукурузная падла! Что с ним происходит? Слушай, они нам, может быть, нам надо что-то сделать, а? Я, говорит, устал. Стой, не двигайся! Тупой придурок, это не будет больно. Я тебе сейчас дам, тупой придурок. На тебе, маффином в лоб! Охренел! Слушай, я так и знал, что этот маффин все-таки... Этот маффин сделает свое дело. Мне он особо-то не нравился. Да, да, он был какой-то тупой парень. Ну что, пора. Какая жалость. Нам очень жаль. Мы сожалеем, что мы его подобрали. Он ничего нам не принес, кроме страданий и тяжелых времен. Чемпион, ты так нам послужил. Мы полностью удовлетворены. Ты дал нам подарок, о котором мы даже не мечтали. И поэтому вот наша конечная... Конечная... Благодарность и подарок тебе. Мы были правы, что мы поверили в тебя. И сейчас мы просим тебя сделать самый последний... последнее задание для тебя. Отправить нас на землю обетованную. А ну, кукурузины! Все, вам говорит королева наша. Ну-ка быстро все на борт. Наше... Наше путешествие подошло к концу. О, наконец-то мы бежим! Мы уезжаем! Куда мы идем? Да я не знаю, куда-то идем. Все, а теперь их раса, значит, будет куда-то улетать. Видимо, это ракета какая-то. Спасибо тебе, чемпион. У нас какой-то ключ, и мы его, видимо, должны куда-то запихать и провернуть. О, ничего себе, вот это финал. Я, конечно, думал, что здесь все с головы на ноги и с ног на голову перевернут. Но чтоб настолько. Где это мы? В доме, что ли, оказались? Так, ладно. А что у нас здесь? Видимо, здесь какая-то должна быть замочная скважина. Смотри, у нас есть ключ. Этот ключ нужно куда-то применить. Здесь. Главная комната здесь. Не здесь. Что у нас здесь? Ничего. Ключ. Вспоминайте. Где это у нас было? В подвале, может быть? А, здесь закрыто. Смотри-ка, мы не можем сюда пройти. Так. Здесь тоже ничего. Пошли на второй этаж. Погоди-ка. Мне показалось, что подсвечено было как будто. Что у нас здесь? Здесь, погоди. Тихо. Вот так вот, пойдем. Где-то здесь, смотри, вот он, кейс, смотри, какой-то. А, вот он, пульт запуска. А где ракета сама? Вон она стоит. Ну ладно, нажимаем, что делать-то? Давайте. Обалдеть. Ну что, мистер Пугало, не очень-то прекрасный ты у нас оказался. Ну, в любом случае, ты же был нашим героем.
Протяжка 1, протяжка 2. Что у нас там происходит? Что? А, вот, смотри, это какие-то кольца. Что, это кольца упора? Ни хрена, у них как все тут было отработано. Они готовились к этому дню. Хренову тучу времени. Так, еще дальше. Ракета. Ракета взлетает. А, то есть там внутри этой штуки была конкретная. Ни хрена себе. Вот это Аполлон. Пойдет, пойдет. Давайте, кукурузины, летите на землю обетованную. Я, правда, не знаю, где она. И куда вы собираетесь, на какую планету вы собираетесь лететь. Но, видимо, эта кукуруза была очень разумная и очень умная, раз додумалась до такого. Воу-воу-воу-воу, это так и должно было быть? Похоже, что да. Дайте уже, давайте, сейчас что-нибудь не так пойдет. Такое ощущение, что у них что-то не идет. Что-то мешает им взлететь или нет? О, да. Все, камни разошлись, фундамент пошел. У-у-у-у. То есть у них реально ракета. Ракета была. Вау, прямо под ней. А это что такое она держит? Что она должна сорвать, может быть, что-то должно? О, кукурузины. А что это происходит? Почему ее держат здесь? И зачем? Я ничего не понимаю. Зачем были эти цепи? Может быть, они должны с собой унести... Ай, твою ж налево! Они, наверное, всю эту следующую лабораторию с собой унесут. Ни хрена себе! Вот молодцы! Вот это я понимаю, разумная кукуруза. Я нереально думаю, что они с этой махиной улетят в космос. Но пока что у них это получается. Обалдеть. Там какой-то туннель был, по которому мы шастали. Главное, чтобы эта штука обратно вас не утянула. Не, вроде они взлетают. Это просто какая-то... Это просто какая-то какофония умственная. Ни хрена себе. Субъекты. Наша обетованная земля ждет нас. О, это будет поездочка еще та. Главное, чтобы цепи выдержали. А вы закрыли там какой-то шкафчик? Ничего себе, ничего себе. Ой-ой-ой, что-то не так идет. О-о. Вы все такие идиоты. Они забыли что-то сделать, похоже. Они забыли что-то сделать. Твою ж налево, то есть все, они никуда не улетят. Офигеть. Просто офигеть. То есть у них ничего не получилось. Ведь так? Что это такое летит? Астероиды? Что это? Попкорн! Ёлки-палки! Это же попкорн! Вот жаль, правильно, они же там все взорвались. Created by following idiots. Создано следующими идиотами. Какие самокритичные у нас авторы. И пошли у нас титры. Фу! Какое приятное и какое, с одной стороны, грустное, с другой стороны, приятное окончание всей этой истории. К сожалению, им не удалось отправиться на землю обетованную, но ладно, что ж, видимо, таков удел кукурузы, а нам, пугалу огородному, остается лишь как-то стеречь землю, что ли? Не знаю, чем будем заниматься, на работу нас вряд ли возьмут, и семьи вряд ли мы создадим, хотя там и другие пугалы тоже остались. Ладно, друзья мои, спасибо большое, что смотрели эту серию и были со мной на протяжении всего прохождения игрушки Maze. Если вам понравилась эта история, обязательно поставьте лайк. Не подписывайтесь на мой канал, потому что на нем все время выходят какие-то интересные игры. Ну и нам нужно быть вместе, держаться, как-то чувствовать плечо друг друга, почему бы и нет. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте и покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я бу.
буду Маугли, а ты подпишись.